Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать! Сегодня вместе с вами готовим нереально вкусные, быстрые, тающие во рту яблочные слойки. Научу вас очень быстро, буквально за 5-7 минут, готовить шикарнейшее песочно-слоеное тесто. Итак, дорогие мои, это очень хороший, очень точный и проверенный рецепт, так что давайте готовить вместе. Итак, насыпаем 200 граммов просеянной муки в небольшое замесочное блюдо. Берем 150 граммов охлажденного сливочного масла, желательно прямо из морозилки, и начинаем тереть на мелкой терке, окуная в муку. Периодически помешиваем, стараемся, чтобы каждая завитушка масла оказалась в муке. Далее быстро перетираем масло с мукой, чтобы получилась мелкая крошка. Затем в эту смесь добавляем 100 граммов сметаны, у меня жирность 20%, и один желток. Также добавляем щепотку соли и пол чайной ложки 6% яблочного уксуса. Быстро замешиваем тесто, долго месить тут ничего не нужно, помещаем в одноразовый пакетик и отправляем в холодильник отлежаться 30 минут. Тем временем приготовим начинку для наших слоек. Берем 2-3 крупных яблока, очищаем от кожуры и сердцевины и нарезаем на небольшие квадратики. Яблоки желательно брать чуть потверже и желательно с небольшой кислинкой. К нарезанным яблокам добавляем 5 столовых ложек сахарного песка. Количество сахара регулируйте по вашему вкусу. А также по желанию добавляем 1 чайную ложку корицы. В яблочные десерты я всегда добавляю немного корицы. Мне кажется, яблоко и корица – это просто идеальное сочетание. Хорошо перемешиваем яблоки с сахаром, и начинка готова. Достаем охлажденное, отдохнувшее тесто из холодильника, припудриваем стол мукой и раскатываем тесто примерно в 1-2 мм толщиной. Разделяем тесто на 9 равных квадратиков. Теперь на каждый квадратик помещаем немного яблочной начинки. Но начинку распределяем так, чтобы она была не посередине, а чуть левее, чтобы другой стороной теста прикрыть пирожок. Также по краям квадратиков оставляем примерно 0,5 сантиметра для того, чтобы хорошенько закрепить наши пирожочки. Теперь с той стороны теста, где нет начинки, делаем ножом небольшие надрезы. Аккуратно закрываем пирожочки и прищемляем концы вилкой. Выкладываем на противень, выстеленный бумагой для выпечки, и смазываем взболтанным яйцом. Все, дорогие мои, духовка разогрета до 180 градусов, отправляем выпекаться до золотистого цвета, примерно 20-25 минут. Ну вот, дорогие мои, вот такая красота у нас получается, какой аромат стоит на кухне, просто не передать словами. Обязательно воспользуйтесь этим рецептом, тесто получается просто шикарнейшее, слоистое, хрупкое, тает во рту, обязательно испеките.
А сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. Ждите на канале еще больше простых и вкусных рецептов. Пока-пока!